нужно ехать нерядно нарисован. Я не понимаю. Как они тут ездят? Трамвай тут больше не ходит. Деду поедешь на недельку. Будем придумывать, чем заняться. Конечно, понял? Вот этот человек же чересчур дымит. А где фара была? Вот здесь она. Тут такой чувак здоровый стоит. Это вот говно нам вот это парит. Это все новая машина, видишь? Они почти еще не ездят. Все побитые. Их дешево покупают, потому что там это очень дорого все стоит. И вот. Thank you.
спокойно переставляю. Без дёрга, без всяких. Приложение. Живем в дикой Бразилии. Дашь нам сейчас ноутбук? Скажите, ну, когда приеду. Когда я машину поставлю, приду.